Иначе как, счастливчиком героя следующего видео назвать нельзя. Эта авария произошла где-то под Калугой. Все попало в объектив видеорегистратора. Водитель легковушки не справляется с управлением и вылетает на встречную полосу прямо под колеса фуры. Во время сильнейшего удара водителя, который, кстати, был не пристегнут, отбросило на пассажирское сиденье. Молодой человек без особых проблем покидает салон искореженной машины через окно. Судя по кадрам, у него нет ни одной царапины. Как говорят очевидцы, пассажир легковушки, он был на заднем сиденье, тоже почти не пострадал. Правда, его освободить удалось только, когда приехали спасатели.